enciende. Я яйцо! Золотое яичко обрадовало дедушку и бабушку. Но не тут-то было. Это Спарта! Новый фильм Альфреда Хичкока «Курочка Ряба». Семейная мелодрама «Отцы и дети». Пахнешь. Это не я! Это печка?
парень, дура старая, совсем забыла пирожки. Ну что, Илюша, покушаем? Отворяй ты рот свой богатырской. Да ну тебя, бабка! Пойду я тебя, злая ты! Избу не забудь повернуть за собой. Не супергерой, а? Ну, раз герой, то иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это еще что за фундаментальные принципы Госплана СССР? Я отвезу тебя на край света. Я подарю тебе звезду. Я буду любить тебя вечно. Чебурашка, я написал для тебя стихотворение. Любовь, морковь, свечка, печка, уши, суши, Кощей, Тощей. Готовься к битве, Кощей! Готов? Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Мы сейчас вам рассказали сказку про слона, но в слоне вы не узнали голоса на нам. Наш Илья сегодня смело ринулся в войну, но его остановили в пляже в Малибу. Что мы вам хотим сказать, это все фигня. Сказка вечно побеждает, дружба города. И в финальной битве этой не прольется кровь. Если в сердце у Кощея стелится любовь, начинайте день с улыбки и сияние глаз. Даже если вам на кухне отключили газ, ведь друзья вам не позволят горе пропадать. Вас накормят и напоят, и уложат спать. Я не знаю, где еще на этом свете есть такие же друзья. Я, пожалуй, отпущу попутные ветеры, останусь навсегда. Говорят, вам дарит счастье, радость и мечты. Без любви сейчас на сцене выступаем мы. А друзья у нас команда с разных городов. Но сюда нас всех сплотила, как и слокотов. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же игра. Поедешь мы с вами навсегда, раз и навсегда с тобою. Команда на порядок выше. Город Вильбург. И внимание, нам осталось посмотреть последнее домашнее задание от команды «Вверх ногами». Пожалуйста, встречайте. Команда КВН «Вверх ногами» представляет альтернативные концовки русских сказок. Итак, муха-цокотуха. Паук похитил муху, и комарик идет ее спасать. Смотрим. Где злодей? Не боюсь его когтей!
а там они. Тараканы черные, рыжие клопы, мухи, цокотухи, ну сейчас умрете вы в моей руке, дихлопоз. Наша следующая альтернативная концовка сказки. Альтернативная концовка сказки «Теремок». Итак, представьте, теремок не развалился, и звери жили в нем долго и счастливо. «Теремок 2». Так, угомонились все. Давайте все решим цивилизованным путем. Сели на лобное место. Как вы помните, сегодня мы должны решить, кого мы съедим. А давайте лягушку водяная посъедим. Нельзя меня съесть. У меня иммунитет. Мне ветеринар прививку сделал. Ну, а давайте тогда треть яка съедим. Яка не дам. Мы с ним отношения строим. Так, тогда по результатам СМС-голосования сегодня мы сожрем зайку абрикосова. И наша следующая альтернативная концовка сказки. Концовка сказки «Три поросенка с балаклавским колоритом». Где же вы? Где же вы? Мне так страшно! Очень страшно! Ага! Ой, это волк! Он нас сейчас съест! А я не буду вас кушать, потому что вы не кошерные ребята. Нам нельзя. Идите с миром! И едем дальше. Альтернативная концовка сказки «Винни-Пух и все-все-все». Итак, Винни-Пух, Пятачок и Ослик Иа идут отбирать мед у пчел. Долго-долго-долго, 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 долго-долго-долго
альтернативная концовка сказки «Маша и медведь». Кроватке и помял ее. Кто спал на моей кроватке и помял ее? Кто спал на моей кроватке и... все нормально, спокойной ночи. Don't want to be alone.